Здравствуйте, в данном видео я хочу рассказать вам о возможности блокировки входящих и исходящих как звонков, так и смс на смартфоне, используя стороннее программное обеспечение. В данном случае я рассматриваю на платном программном обеспечении, которое я ни в коей мере не рекламирую, а просто показываю возможности. В интернете же имеется ряд свободных программ, позволяющих фильтровать как звонки, так и смс. Итак, мы с вами переходим на сам смартфон и запускаем приложение. Это антивирус Note32. В нем имеется функция антиспама. Заходим в антивирусник и кликаем по антиспаму. В данном случае он у меня защищен паролем. Ввожу пароль. И здесь имеется правило вызовов смс. Перейдем туда, где мы можем указывать черные и белые списки. Здесь вы можете добавлять телефоны и накладывать на них ограничения смс, ммс и вызовов. Перейдем в настройки. Здесь вы можете указывать блокировать скрытые номера. Также вы можете блокировать известные номера, которым будет либо разрешено смс, либо запрещено, либо блокировать неизвестные контакты, как я сейчас сделал, заблокировать смс и ммс. Таким образом, от неизвестных телефонов не придут смс-ки и ммс-ки. Соответственно, на этом я завершаю рассмотрение данного небольшого обзора по антиспаму на смартфонах. У меня все. Спасибо за внимание.